Народ по зонтиками в душе. Ничего не видно, правда? Так что душ захотел. Вот. Дождик! Так, Паш, сейчас делаешь, будет холодно. Или горячо. Папа купил такие зонтики, которые на голову опираются. Тихо! Тихо! Вот, Петя придумал новый вентилятор. Да, Петя придумал новый вентилятор. Вот крышечка снятая, пропеллер уже сломанный. Вот, ну мы сюда зонтик теперь поставили. Вот такой у нас. Теперь вентилятор. Петь, придется маме выбрасывать. А то кто-нибудь, кому-нибудь, чего-нибудь, где-нибудь выколет. М? Петь, ну что это такое, а?